анонс и дата выхода третьего сезона сериала «Жена олигарха». Переход из грязи в князи гораздо приятнее, чем наоборот. Именно такое наоборот и прочувствовала на себе главная героиня сериала «Жена олигарха» Альбина Бровашина. Роскошная беззаботная жизнь позади, а впереди владение сомнительным заводом по выпуску кирзовых сапог. Елена Подкаминская давно стала знакома качеством российских проектов. После ошеломительного успеха сериала «Кухня», где актриса сыграла главную героиню Вику, на Елену посыпались предложения с разных сторон. В итоге поклонники увидели Подкаминскую в таких лентах, как И.П. Пирогова и Ева Рожай. Успех каждого проекта известен всем. По мнению кинокритиков, сериал «Жена олигарха» не закончится после выхода двух сезонов. Поэтому ждем официальных новостей о начале съемок новых серий и дате их релиза. Согласно неофициальным данным, третий сезон картины выйдет ориентировочно в начале 2024 года. Если вам понравился сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.